Дорожный ремонт в Владивостоке в самом разгаре. Он идет во всех районах города. Глава Владивостока Константин Шестаков посетил улицы Калинина и Кипарисовой, чтобы оценить ход работ на их территории. Он отметил, что все идет по графику. На Калинина в этом году реализуют вторую часть капитального ремонта. Приняли решение о необходимости обустройства нескольких остановочных павильонов как в сторону Золотого моста, так и в сторону улицы Спортивная. По направлению улицы Спортивная остановочный павильон примыкает непосредственно к роддому номер 3. И есть необходимость привести в порядок территорию в целом. Ремонт на Кипарисовой проводится от дома номер 24 до Тамбовской, 5. В прошлом году Константин Шестаков ставил задачу привести эту дорогу в порядок. Она была в грунтовом исполнении, там не было тротуаров и системы водоотведения. На данный момент компания-подрядчик выполнила работы по устройству ливневок на 80%. В ближайшее время будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Понимаю, что на этой территории не завершены работы по формированию тротуара, есть еще буквально там 300 метров. К этим работам приступим в будущем году. Сейчас формируем земельный участок для организации полноценного тротуара, для того, чтобы по этой улице работы были завершены в полном объеме. В городе подобные комплексные работы будут проведены на 30 адресах. На большинстве из них ремонт подходит к концу. Анна Дьякова, новости на 8.